Хорошая боевая игра получилась. Голов как бы не слишком много, но и не мало. Первый гол там она отскочила, просто удачно подловил как бы этот отскок. Хорошая команда, хороший состав исполнителей, и все спокойно, уверенно, надежно. Было сегодня много моментов, чтобы счет был больше. Просто такие моменты, они не всегда получаются. Почувствовал там в спине где-то заковырялось и как-то выполз из ворот. Повезло, что не засчитали и не пересекло. Самое главное, что у нас победа, и готовимся на следующий уровень.